Я обращаюсь к своим зрителям. Вот по какому поводу. У меня с моим режиссером вышел очень серьезный конфликт. Сейчас объясню, в чем дело. Ну, мы в студии снимаем не только друг с дружком передачи, друг с дружкой, но и с приглашенными гостями. У нас был гость. Мы записали передачу. Ну, я с ним разговаривал, а режиссер, вот он стоял в сторонке, снимал, иногда, значит, вставлял реплики. И вот, вы знаете, вот, ну, как вам сказать, официальная точка зрения такая, режиссерская. Вот эстетически его это вот как-то вот не устраивает, как-то вот не так получилось. Нет, ну там все качество вроде, ну, обычное, скажем так, качество, нормальный свет, все хорошо там было. Ну вот его эстетически не устраивает качество, да? Я же вот придерживаюсь, скажем так, такой точки зрения, что, ну вот, в нашем деле, вот в таком вот просветительско-информационном, да, тут главное не эстетика какая-то особенная, а, ну, собственно, сама эстетика – это вот донести вот какую-то информацию. В общем-то, правду донести, да? Вот. Ну, мы договорились с моим режиссером о следующем. Мы к вам обратимся, и вы решите, что нам лучше сделать. Вот забыть про эту запись или, значит, выложить ее в интернете, чтобы вы могли смотреть. Вот я вас прошу голосовать. Если, значит, лайк, то, значит, выложить. Если дизлайк, то не выложить. Я что еще хочу сказать? Вот, ну, согласился на это мой режиссер, чтобы я такое вам предложение сделал. И вот я сейчас второй раз записываю вот эту программу, потому что в той программе я, вот в том, вот в моем обращении, я вот, ну, рассказал все, что я думаю, скажем так. Он сказал культурными вежливыми словами. А Решенко сказал: нет, вот вы лучше назовите вот так. Слово такое вот из такого количества букв. Или вот так вот из 5 букв слово. Ну, я так и так его называть не буду. Вот. Ну, вот, тем не менее, у меня к нему сейчас очень такое вот негативное отношение, скажем так. Такое вот чувство неприязни. И вы знаете, я вот... достаточно редкий случай, меня дочь чем-то хочет порадовать, потому что вообще это мне, вот я ж худеть должен, да, хлеб для меня, вот. Она мне бутерброд сделала, и вы знаете, вот бутерброд не лезет в рот, ну, такую неприязнь ощущаю, что не могу есть. Вы знаете, я раньше не мог поверить, комедия, ха-ха-ха, Мимино, помните, да, там этот вот... Фрунзик Мкртычян, его персонаж, в суде говорит, вот про Мимино, да, что, слушай, говорит, такую, говорит, такое неприязненное ощущение у меня, просто вот кушать не могу, да. Вот действительно, вот, оказывается, вот не могу есть вот такое вот неприязненное ощущение. Ну, надеюсь, вы меня поддержите, я вас прошу меня поддержать. Спасибо за внимание.